Дорогие таллинцы, приходите на выборы. От вашего решения зависит, каким будет наш родной город. Таллине нужно обеспечить каждому ребенку место в детском саду без очереди, бесплатный кружок или спортивную секцию, а также высокий уровень образования в каждой школе. Наша столица должна по-настоящему стать городом с доступом к морю по всей длине береговой линии, с бурлящей у моря городской жизнью. Проблемы с пробками и парковками можно и нужно решать. Также должна быть возможность безопасно ездить на велосипеде. Сделаем управление Таллином честнее, демократичнее. Горожане должны иметь возможность участвовать в обсуждении того, что станет с их домом, улицей и городом. Мы, социал-демократы, обещаем это сделать. И для этого нам нужна ваша поддержка. Нам по пути. Выбирай социал-демократов.